Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Песню «Let it be» я спел не случайно. Сегодня во всем мире вспоминают легендарную ливерпульскую четверку. Именно 16 января с 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день Битлз. И это не случайно. В этот день, в 1957 году, в Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где и начался творческий путь звездного квартета. Своим творчеством он покорил бесчисленное количество сердец со всего мира. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Учитель 59-й Ярославской школы Андрей Селивко первый раз услышал группу в детстве. Услышал и влюбился навсегда. Звучит музыка. Всякая музыка эстрадная, советская. И вдруг меня заинтересовала одна мелодия. И вот меня такого... мальчика, который учился в музыкальной школе по классу баяна, вдруг эта песня выбила из колеи. На протяжении 50 лет мужчина коллекционирует все, что связано с выдающимися музыкантами. Ради такого дня в родной школе устроил настоящую экспозицию. В коллекции Андрея есть золотые и платиновые диски, редкие плакаты и журналы. Сердцу особенно дорога вот эта вещь. Старая, и вот она, моя первая фотография, которая появилась у меня в 7 классе, битловская. Я даже не сразу знал, что это Битлз. Андрей признается, среди его учеников фанатов Битлз нет. А вот на улицах города ценители их творчества нашлись, даже среди молодежи. Битлз – это, конечно, поколение, и на года, не знаю, мне кажется, на века запомнится. И я слушаю в плейлисте, имею Битлз, да. Мне очень нравятся их песни, называются «Аллилуйя». Да, конечно, слушаю, у меня в плейлисте есть группа Битлз. Взрослое поколение ярославцев при слове «Битлз» мгновенно переносится в счастливое прошлое. «Битлз» – это наше детство, наша юность, поэтому это счастье, это удовольствие, это наслаждение. Очень нравится, молодость вспоминается, хоть и годы уже не те, но «Битлз» люблю. Ну, для времен моей молодости группа, да. «Желтая подводная лодка» – самая любимая вещь. Годы идут, а их песни живут в сердцах людей со всего света. Это лишний раз доказывает – настоящее искусство и музыка вечны. Денис Крюков, Антон Комаров, Евгений Бушуев. День в событиях.